яко сотвори державу мыслью своею Господь, во прах смертью смерть, первый не смертью жизнь, и членом чрева Адова избави нас, и подали миру и велию милость. Радуйся, благодатная Богородица, Дева, и себе полося солнце, правды Христос Бог наш, просвещая сущее во тьме, и селися и ты, старчик. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Огради всем во святей обители сей, всяком граде стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Облако растворений воздуху, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Thank you.
святия души и от сего помышления нашего Отца. Господина и отца нашего Ануфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, святого Успенского и Киево-Печерской лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского и господина Высокопреосвященнейшего Виктора архиепископа Арцистского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвительство Ежего Крестодиаконства, весь священнический монашеский чин и притчи церковные, братья и святые обители сиязи, учащих и учащих, и строителей, благоукрасителей, обителей, поющих, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Нашим, и не веди нас во искушение.